Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас японский автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска, 2.4 бензин, автомат, ну это как и положено у большинства японцев автоматы. Заменим на этом автомобиле мы два передних нижних рычага. Там сайлентблоки пришли в негодность. Оригинальные сайлентблоки идут тоже только с рычагами, но цена у них немножко высоковатая, поэтому решили заказать корейские фирмы CTR. Ну, фирма CTR поставляется в Корее на конвейер на автомобили, которые выпускаются на заводах. Поэтому качество продукта хорошее, их и будем устанавливать. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и откручиваем рычаги. Приступаем. Открутил колесо, снимаем колесо. И смотрим, как нам здесь удобнее подобраться, чтобы открутить рычаг. Вот сайлентблок задний. Вот в таком он состоянии. Видите, разорваны здесь, здесь и сзади. Вот здесь оторваны. Здесь у нас надо будет снять вот эту подушку, чтобы добраться вот до этого болта, до переднего. И откручиваем снизу на шаровой две гайки и один болт. Подушку, чтобы открутить, мы откручиваем вот эту гайку, снимаем вот эти заглушки, одну и вторую. И откручиваем здесь еще две гайки, это от подушки. Потом поддомкрачиваем двигатель и снимаем. Приступаем. Ослабил болты. Откручиваем здесь на 19. Также открутил здесь на 17. Здесь подушку снизу, три гайки открутил на 17. Также я снял две заглушки вот здесь. И открутил две гайки на 14, головка. Это вот эта задняя подушка ее держит. Для чего мы сейчас будем приподнимать двигатель, чтобы нам болт под этой подушкой открутить, чтобы он приподнялся. Продолжаем. Поддомкратил двигатель, но недостаточно. Подушка не выходит и не дает возможности открутить болт. Поэтому я открутил кронштейн. Вот здесь вот три болта приподнял, подушку оставил внизу, и тогда смог открутить эти болты. После того, как я эти болты открутил, я могу снять подушку. Снимаю. Все, вот вытащил я подушку, и теперь легко можно добраться до этого болта. Откручиваем оба болта и снимаем рычаг. Болты здесь ключ на 22. Откручиваем. Ну вот, болты оба открутил, спокойно вытащил их, вывел сзади рычаг. Теперь вот берем и снимаем. Снимаем вот эту скобу. Вот она разорвана. Использовать мы будем новый фирмы CTR. CQT7R. Вот такой вот рычаг. Переставляем эту скобу сюда и заводим его на место. Устанавливаем. Вот все, рычаг я поставил на место, завел его, сзади наживил, спереди оба болта вот этих больших я наживил. Теперь мы можем устанавливать на место подушку и кронштейн вот этот верхний. Устанавливаем подушку. Подушку поставили, теперь устанавливаем кронштейн.
Поставили на место кронштейн, теперь берем его, наживляем и затягиваем. Ну все, вот. Кронштейн я затянул, сверху наживил гайку. Теперь мы опускаем потихонечку двигатель. Все, двигатель у нас сел на место. И теперь мы протягиваем все соединения. Затягиваем верхнее, затягиваем внизу здесь три крепления, затягиваем здесь подушку и затягиваем шаровую опору. Продолжаем. Ну все, все собрали, все затянули, кронштейн поставили, подушку сверху затянули, снизу подушку затянули, шаровую опору затянули, задний сайлентблок затянули, здесь подушку затянули, заглушки на место поставили. Все, устанавливаем на место колесо. На этом замену правого рычага нижнего мы сделали. Теперь делаем замену левого рычага. Чтобы заменить рычаг, нужно открутить вот эту подушку. Для этого мы снизу снимаем две заглушки и откручиваем три гайки. Вот здесь вот головка на 17. Также откручиваем сверху гайку. Здесь головка на 19. Поддомкрачиваем коробку. И тогда мы сможем вытащить подушку. Для чего нам это сделать? Чтобы открутить вот один болт. А спереди вот он. Он тот второй болт. Также мы откручиваем сзади болт. Он сквозной через подрамник. Болт на 19. Откручиваем. Вот. Открутил. Вот настолько поднял подушку. Также открутил вот эту подушку. Здесь гайка. И вот здесь впереди гайка на 14. И там, и там. Открутил, поднял и смог снять рычаг. Ну а дальше дело техники. Берем новый рычаг и устанавливаем. Левый рычаг у нас CQT7L. Правый, соответственно, 7R. Распаковываем. Вот такой вот рычаг. Идет сразу с двумя сайлентблоками. На старом рычаге вот такая скоба. Мы ее переставим. Этот задний сайлентблок, все, вот он вот такой вот разорванный, вывернутый. Передний сайлентблок, он проворачивается и скрипит. Вот так вот. Сейчас. Вот, возьму. Машина скрипы издавала. Устанавливаем. Ну все, рычаг затянул. И переднее крепление, и заднее крепление затянул. Теперь берем, потихонечку опускаем двигатель. Все. Затягиваем здесь и затягиваем здесь подушку. Продолжаем.